протеинам я отношусь так же положительно, как и ко всей еде. И вообще, в наше время очень часто приходится слышать вопрос, вреден ли протеин. Знаете, люди в космос летают, школьники бегают с айфонами, а у некоторых людей в головах такое мракобесие и средневековье. Поэтому, ну как я могу относиться к протеину? Та же еда, как могу относиться ко всей еде? Хорошо, положительно. Но если она в умеренных дозировках. Как